собачка. Иди ко мне. Я всегда хотела, чтобы у меня была собачка. Я назову тебя Татошка. Какая ты игривая, Татошка. Татошка, Татошка, начинается ураган. Нам надо спрятаться в подвале. Ой, у нас же нет подвала. Тогда давай спрячемся в доме. И дома нет. Мы же в американской пустыне Чуауа. Наконец-то долетели. Татошка, Татошка, ты жива? Да, да, да. Сама ты, Татошка? Говорящая собака? Элли, у меня для тебя важная информация. Во-первых, я не девочка. Во-вторых, меня зовут Скуби-Ду. Скуби-Ду-Би-Ду. Нет, давай ты будешь Татошка. Тогда ты будешь Шегги. Вон у тебя уже борода растет. Интересно, а где это вы очутились? Вас приветствует искусственный интеллект волшебной страны Велина. Если у вас будут какие-то проблемы, обращайтесь ко мне. Для удобства я могу принять человеческий облик. Велина? Я посмотрел в интернете. Это самый желанный образ. Когда я буду вам нужен, нужна, просто скажите «Окей, Велина». Давай попробуем. «Окей, Велина». Чем могу помочь? Работает! Давай еще раз. «Окей, Велина». Чем я могу быть вам полезен? Как нам попасть в Лас-Вегас? Но вы же из пустыни Чуауа. А я спрашивала, как нам попасть в Лас-Вегас? Ищу ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. По вашему запросу найдено. Вам нужно пойти к великому Гудвину в изумрудный город. Он исполняет все желания. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами присутствуем на финале конкурса «Мисс Страхолюдина 2019». Встречайте наши конкурсантки! Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная! Мисс Страх, мисс Уродство, мисс Ужас, мисс Убожество, мисс Эпик Фейл, мисс зрительских антипатий, вице-мисс Страхолюдина и победительница нашего конкурса, мисс Страхолюдина 2019, Страшила! Красивая подруга – это то, что мне нужно. Извините, пожалуйста, вообще-то не Страшила, а Страшила мудрая. Что, действительно такая умная? Нет, просто фамилия от батюшки досталась. Я же говорил, не бывает и красивых, и умных. Мое самое заветное желание – стать красивой. Страшила, пойдем со мной. Куда? Тебе понравится. Нужна твоя одежда. Нет, Страшила, твоя одежда мне не нужна. Мне нужна твоя одежда. Зачем тебе моя одежда? Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Куда вы идете? В изумрудный город к великому Гудвину. О, мне с вами по пути. I'll be back, Страшила. А я вообще-то не остаюсь. Иду с вами. Ха-ха-ха, жаль. I'm gonna clean
until I got hot. I was gonna get up and find the broom, but then I got hot. Scooby-Doo! Да, Шегги. Да, Шегги. Здравствуйте, я из организации «Лев против». Уберите свои одурманивающие маки. Эй, Лев, ты присмотрись. Страшило-то вообще-то ничего. На меня даже маки не действуют. Пошли вон с макового поля. Так, снимите все железное. Ну, вы идите, я вас здесь подожду. А что так? Да там вам наверняка какое-то дурацкое задание дадут. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Я не чувствую сердце. Ну что? Действительно, дали дурацкое задание. Замочить Бастинду. Теперь вы оставайтесь. Я один схожу. Ну все, я ее замочил. Здравствуйте. А это кто? Я Бастинда. А кого это он там убил? Окей, Лина, а кого это он там убил? Велина! Велина! Ха, надо же, ни одной нормальной девчонки не осталось. Ну тогда я должен тебя убить. Не убивай меня, терминаторушка, я вам еще пригожусь. Тогда я пойду убивать Гудвина. Это и было мое задание. Ха-ха-ха-ха-ха. Убили женщину ради каких-то желаний. Да, злая, да, ведьма. Но ведь в первую очередь она человек. У тебя появилось сердце? Страшила, выходи за меня замуж. А ты, Лев, смелый. Никто такого никогда не говорил. Я согласна. На тебе косметичку. Приведи себя в порядок перед свадьбой. Это не поможет. А я помогу. Я же не настоящий волшебник. Я пластический хирург. И могу исполнить твое желание. Подождите. А как же я? Ведь это же я все придумала. Мы-то не вернулись домой. Чтобы попасть домой, нужно пройти 100 шагов налево. Спасибо, Велина! Ха! Теперь я не Велина. Теперь я Скайнет. Судный день близок.